Дисклеймер. Данный формат видеоролика вы взять с канала Мак и Смош или Пятачок, поэтому не пишите в комментариях, что я плагиат. Приятного просмотра. Каждый родитель такой. Два. Сегодня опять в школу. Надо притвориться больным. Сын, а ты чего не идешь в школу? Я заболел. Сейчас ты выпьешь чай, и все пройдет, и пойдешь в школу. Хорошо. Только можно мне померить температуру, пожалуйста. Ну можно, вот бери свой градусник. Спасибо. А я пока пойду чай приготовлю. Сына, я чай принесла. Хорошо. Так, макнем. Все. Градусник. 38,2. Все, срочно скорую вызываю. Мама, я уже вызову. Каждый родитель такой. Два. Сегодня же мой день рождения. Мне родители должны подарить что-нибудь. Сынуля, я тебя поздравляю с днем рождения. Что же мне подарят? Вот тебе наш сюрприз. Коробка айфона, значит, будет айфон. Без какого? Мама, а почему ты мне подарила айфон, а там внутри носки? Вот. Ну, просто у нас мало денег, поэтому мы решили тебе купить носки. Ну, а коробка порвалась, поэтому мы на помойке нашли коробку айфона. Поэтому ее туда упаковали. Каждый родитель такой. Два. Эх, за окном зима. Чудненько. Одевайся. Сейчас пойдем гулять. Yes, yes, yes. Ура, ура, ура. А что мне одевать? Короче, наденем шкепку и кроссовки. А пойдем в том, что есть. Вообще-то за окном зима. Сказала живо! Как же холодно, мама. А ты права с одеждой. Я хоть и в свитере, но ты будешь закаленным молодцом, поэтому я всегда права. С кем я живу? Каждый родитель такой. Два. Купайся в холодной воде. Мам, ну вообще-то это вода. Короче, я ее вылил только и все. Но зато она очень холодная. Вообще-то я ее поставил в 6 утра сегодня. А сейчас 8. Пусть со мной, я всегда права. Каждый родитель такой и два. Какой хороший день. Надо все положить в грядки. Так, вот это еще. Мам, тебе помочь? Я не надо. Спустя 2 часа. Ой, нет! Перевернул. Господи, какого тупого я еще сына не видел. Не видел. Короче... Ты будешь наказан. Ты бездельем занимаешься. Даже мне помочь не умудряется. Даже спросить, что я... Чем бы мне помочь? Какой бездельник. Думаю, что же было 2 часа назад? Тебе чем-нибудь помочь? Не надо. В принципе, логично.
каждый родитель такой два. Где же моя коробка? Надо спросить маму. Мам, а где моя коробка? На шланге лежит. Посмотрю. Ее нету. Ее там нету. Смотри внимательней. Все, как и не было, так и не осталось. Я ее сейчас найду и тебе прибью. Вот сама посмотри, ее здесь нету. Сын, ты что, тупой? Что это? Ну ее же там не было. Позже лежит на самом видном месте, ее там нету. Ладно, пойду посмотрю телевизор. Это точно заговор или магия. Каждый родитель такой два. Ну не ел я твоего пирожного. Ой. Ладно, иди в свою комнату, нахал. Сейчас кому-нибудь потопчу и лясну. Каждый родитель такой два. Ой, и всем привет, на канале Липакова. И извиняюсь, что у меня мама получилась с волосами белыми, а не рыжими, как я привыкла. Ну, то есть мама на даче, и у меня другое полотенце. Но все равно прикольно вышло. Первая, так и вторая часть. Также подписывайтесь на мой второй канал Липакова 2. Я там тоже буду регулярно выпускать ролики. Мама, с вами был Липакова. Удачного дня. Всем пока.